Сегодня в Новочебоксарске стартовало первенство России по вольной борьбе среди девушек 13-15 лет. В Чувашии этот вид спорта развивается активно. Наши спортсменки имеют награды российского и мирового уровня. Подробнее в следующем сюжете. В первенстве России принимают участие 215 спортсменок. Уже разыграны медали в 6 весовых категориях. Завтра найдут своих обладателей еще 5 комплектов наград. Эти участники будут участвовать в Салавате на первенстве России 8-12 ноября. Вот там будет непосредственно отбор к первенству Европы и мира, соответственно. А это просто отборочное соревнование к следующим первенствам России. Продемонстрируют свои навыки и поборются за возможность участвовать в следующих соревнованиях 25 воспитанниц республиканских спортшкол. В их числе и Екатерина Михайлова, которая в августе этого года победила в первенстве мира по вольной борьбе. После такой победы в первенстве России любой соперник не страшен. Победе я уверена, в том, что уже знаю соперников, с которыми буду бороться. На прошлой России встречалась со многими встречалась на других турнирах в Москве. В борьбу за медали в весовой категории до 44 килограммов Екатерина, а также 12 представительниц Чувашии вступят завтра. Поддержать наших спортсменок может каждый. Соревнования проводятся в Новочебоксарском манеже. Екатерина Абрамова, Сергей Рябчиков, Республика.